Ну что же делать с этим пополнением, а? У нас во взводе один что-то. Да и в карточке написано 4 ДКТ. 4 только по празднику. Да это старый. Своевременная выплата денежного содержания. Выслуга. Льготы. Да, дамы. Еще год тут торчать. Гребаный контракт. Ну что с ним делать, с этим пополнением, а? Нормальные люди больше в армию не идут? Одни придурки остались? Дичи нормальная в этой долбанной зоне напустина. Агана. Агана. А мне встал, как ничего не бывало. Говори. Своевременная выплата денежного содержания. А вот что мне как-то рассказали. Льготы. Дуда, блин. Поймали, значит, старого сталкера. Гребаный контракт. Люди говорят, у вас автомат есть. Контракт на 2 года. Люди говорят, у вас пулемет есть. Брешут. Люди говорят, у вас танки есть. А вот чего нет, того нет. Не светить без толку все. Ну, стои. Ну, вроде как перекрываем. А сталкеров все равно полная зона. И откуда только такая куча идиотов берется? Мы было лейтенант Рожок отсоединили. Вот начало. Вот словно прикипел. Постояла Панасенко, почесал затылок. А потом в договоре потер руки, закинув те калаш сковороды за спину и повел нас в часть обратно. Все, одолели тварей.
Стой! Это военная база. Проход на территорию только по пропускам. У тебя есть 10 секунд, чтобы его предъявить или удалиться отсюда. Чем пожаловал? Слушаю тебя. Стоять! Территория для чужих закрыта. Да ладно тебе, уже ухожу. Ты только не психуй. Ты кто такой? Смотри, не смей дурить.
пристрелю. Не волнуйся, служивый. Решим мы с Эдиком твой вопрос. Течения почти нет. Ой, или полтишок, а то и соточку желтенькую с Никитой Лениным принесли. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Подходи, раз пришел.
Ой, а что это у тебя такое? Лёг, лось.